What is the main problem in the Hare Krishna movement or any movement? Что, какая главная проблема в движении Харе Кришна или в любом другом движении? What's that? Not able to hear. Yes, and why do we probably said generally the Westerners or anyone in this world now. Шрила Прабхупада сказал, обычно западные люди, но это применимо ко всем в этом мире. We like two things. Мы любим делать две вещи. Which is, you know, normal. We like to fight with each other. Это обычно нормально. Мы любим сражаться друг с другом. And we like to try to exploit each other. И пытаемся эксплуатировать друг друга. If I can't exploit you, then I'd rather fight with you. Если я не могу кого-то проэксплуатировать, лучше я с ним подерусь тогда, посражаюсь. Because from lust comes anger. То есть после вожделения идет гнев. So these are our problems in our relationships. Это наши проблемы в наших отношениях. But if we listen, но если мы слушаем, and we're actually getting Krishna from the devotee, и мы получаем на самом деле Кришну от преданного, then that's a completely different level of relationship. Тогда это полностью другой уровень взаимоотношений. That's a spiritual relationship. Это духовные взаимоотношения. And then we chant, and the devotee can listen to us chanting to Krishna. И затем, когда мы воспеваем, преданные слушают, как мы поем о Кришне. All under the direction of this representatives of Krishna. All under the direction of the representatives of Krishna. И все это происходит под руководством представителя Кришны. Prabhupada said, if you drop a rock in a lake. Шрила Прабхупада говорит, если вы кидаете камень в озеро. If everyone drops the rock in the same place, then all the circles that are made are all concentric. То если все, ну, как несколько людей, будут кидать камень в одну точку, то тогда круги, расходящиеся от этого камня, они будут красивыми, концентрическими. But if everyone drops the rock in a different place, но если все кидают камушки в разные места, then all the circles will clash with each other. То тогда круги, они будут перекрывать и мешать друг другу. So if our efforts, our attention, our service is all directed to Krishna. Итак, все наши усилия, наше служение, наше внимание, оно должно быть направлено на Кришну. Service to Krishna. Служение Кришне. Then there will be harmony amongst everyone. И тогда будет гармония среди всех. And as soon as we forget what we're doing, why we're doing things. И как только мы забываем, почему мы делаем это, чтобы доставить удовольствие Кришне и его представителям, тогда возникают конфликты. Если начинаются конфликты, то тогда мы должны найти, понять, что мы делаем для Кришны. The nature of the material world is as soon as we see anyone, so much remember anything in this world, so much remembrance comes to us. Как только вы увидели или вспомнили хоть о чем-то в материальном мире, сразу так много воспоминаний приходит. That's the nature of material existence, is that its memories are coming to us constantly. Такова природа материального существования, что постоянно приходят какие-то воспоминания. And most of our memories are, well, they're from the past. И большинство наших воспоминаний, most of memories, are from the past. Они из прошлого. So most of us were living in the past. Итак, большинство из нас живет в прошлом. And we're creating a future according to something that happened in the past. И мы создаем наше будущее в соответствии, опираясь на то, что было в прошлом. He is the one who stole my glove 3 years ago. Вот он украл стол мой. Глобджамун. Он украл мой глобджамун 3 года назад. I'll never forget it. Я никогда этого не забуду ему. Life after life. Жизнь за жизнью. I'm going to get even. Я буду его ненавидеть. So every time I see this devotee, I see a globdjamun. И теперь, когда я вижу этого преданного, я вижу глобджамун, вижу, как он ворует. И мои руки начинают трястись, голова. Когда я отомщу ему? И когда все поют Харе Кришна,
the Glavjamin. Все, что я думаю, это про Главджамон. He stole my Glavjamin. Он украл мой Главджамон. He couldn't be a devotee. Он не может быть преданным. He's not chanting Hare Krishna. Он не воспевает Харе Кришна. Он воспевает что-то другое. Любой, кто украл мой Главджамон, он не может петь Харе Кришна. But if we think I am Krishna's servant, но если мы думаем, что я слуга Кришны, actually it wasn't my Glavjamin. Это был же не мой Главджамон на самом деле. It was Krishna's Glavjamin. Это был Главджамон Кришны. And Krishna arranged it. И Кришна это устроил. Because in my past lifetime, потому что в моей прошлой жизни, I stole this devotee's Glavjamin. Я украл у этого преданного Главджамон. And he came back in this lifetime. И он вернулся в этой жизни. Just to steal mine. Просто чтобы украсть мой. So somewhere along the line we have to stop. И где-то эту цепочку ее нужно прервать, остановить. Take up Krishna's service. И принять служение Кришне.